Сафонов Владимир Ильич, командир эскадрильи 8-го гвардейского Ржевского краснознаменного авиационного полка, 8-й гвардейской Орловской авиационной дивизии, 2-го гвардейского Брянского авиационного корпуса, гвардии капитан. Родился 5 сентября 1917 года в городе Перми. После окончания школы в 1935 году работал электрослесарем на Пермском машиностроительном заводе имени Ленина. Учился в аэроклубе. На фронтах Великой Отечественной с августа 1942 года. К октябрю 1944 года наш земляк совершил 242 успешных боевых вылета на бомбардировку важных военно-промышленных и транспортных объектов, скоплений фашистских войск и техники. Выполнял задания по бомбардировке военно-промышленных центров Германии, в том числе в глубоком тылу противника Кёнигсберг, Шетцен, Тильзит, Варшава, Хельсинки. Был отличным мастером слепого полета. Выполнял задания в сложных метеоусловиях ночью. Всегда метко поражал врага и приводил свою машину на свой аэродром. Сам лично подготовил 20 экипажей. Гвардии капитан Владимир Сафонов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».